long time in another world. I got scars to prove that I don't need you, but my heart knows that I always do. Дорогая моя девочка, если ты читаешь это письмо, значит, совсем скоро я стану самым счастливым человеком на Земле. Прошу тебя, любимая, только не плачь. Будь сильная. У нас сегодня ответственный день. Один из самых прекрасных дней в нашей жизни. А ты подумала, почему один из самых прекрасных дней? Да, потому что самый прекрасный день в нашей жизни наступит при рождении нашего малыша. Любимая моя девочка, я тебя очень сильно люблю. Ты все для меня. Не могу дождаться, когда увижу своего ангелочка в свадебном платье. Скоро, буквально через пару часов, ты станешь моей женой. Я счастлив, что ты есть у меня. Ведь со мной самая красивая, самая милая, прекрасная, нежная и заботливая девочка на свете. Я люблю тебя. Люблю, 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 люблю тебя. Сегодня один из самых важных дней нашей жизни. Сегодня первый день рождения нашей семьи. Я как сейчас помню нашу первую встречу. Наше первое оригинальное свидание. Помню, как я поняла, что ты стал частью меня, частью моей души и моего сердца. Ты сделал для меня самый счастливый. Я тебя очень люблю. И не устану тебе это повторять никогда. Этот стих скажет тебе о многом. А я хочу с тобой состариться, стать некрасивой и совсем седой. После троих детей слегка поправиться, кормить тебя домашней едой, купить ковер, что так тебе не нравится. Для ссор он станет главной из причин. Но знаешь, я хочу с тобой состариться. И не боюсь на лице морщин, хочу вязать тебе жилетки теплые, которые не станешь ты носить, и посадить подсолнухи под окнами. Они тебя, конечно, будут злить. Но я отчаянно хочу с тобой состариться, в дрожащих пальцах приносить фенегедин, и сединой быть для тебя красавицей, и все твердить, ты нужен не один. Сейчас вот только-только чай заварится. Я позову тебя, чтоб разделить обед. И сообщу, что я хочу с тобой состариться. Но не сейчас, а через 30-40 лет. По скриптам спасибо, что ты у меня есть. Thank you.
expected, and I need more time. She's got a sister, and God only knows how I missed her. And on the palm of her hand is a blister, and I need. As love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. Гости. От лица новобрачных я рада приветствовать вас на празднике дня рождения семьи. Уважаемые будущие супруги, сегодня самый прекрасный и незабываемый день вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. Исполняя высокий общественный долг как представитель государства, попрошу ответить, искренним ли является ваше взаимное желание отныне и до конца жизни быть верными и надежными спутниками друг для друга, любить, уважать и оберегать от всех невзгод. Попрошу ответить вас, Николай. Попрошу ответить вас, Юлия. Прошу обменяться вас обручальными кольцами, древним символом, простым и священным. Пусть эти кольца всегда вам напоминают, что ваша любовь бесконечно. А сейчас я попрошу вас подойти к столу регистрации и своими подписями скрепить ваш семейный союз. Сегодня, 10 октября 2014 года, в полном соответствии с законом Украины, брак Ляшенко Николая Игоревича и Ноник Юлии Валерьевны зарегистрирован. Отныне вы муж и жена.
о браке. Первый документ вашей семьи, признанный государством. Уважаемые молодожены, прошу выпить вас из свадебных бокалов и поздравить друг друга первым супружеским поцелуем. From Boston, and she hates the sound that goodbyes make. She loves Sundays and champagne. She can't stand the winter. She can't stand anything that she can't change. And she can't change. Дорогие друзья, я выражаю мнение не только, я думаю, моя супруга меня поддержит и наши дети, что мы искренне и сердечно рады вас всех приветствовать в этом прекрасном зале и видеть на нашем столь дорогом для нас, для нашей души, для нашего сердца торжестве. Спасибо вам, дорогие. Дорогие мои, Юлечка, Кулинка, ну как бы жизнь – это очень сложный путь. И я хотел бы, чтобы в этот путь прошли во взаимопонимании, большой любви, в поддержке друг друга, в полном согласии, чтобы понимали, что ну, не бывает такое, что вот кто-то прав, кто-то не прав. Она истина одна, одна должна быть на двоих. И тогда у вас будет крепкая, вот как сейчас, вот в этот день, крепкая семья. Будете любить друг друга, сколько будете жить, долго-долго, много-много лет. И дарите нам что-нибудь еще. Горько! Ну, после Валерия еще очень тяжело говорить, но я хочу сказать, я много говорить не буду, потому что мне очень волнительно, очень, это приятное волнение. Я хочу, ребята, вам сказать, что любить – это не только смотреть друг на друга, а смотреть в одну сторону и жалеть друг друга. И тогда все у вас получится. А дарить нам не что-то, а кого-то. И мы будем очень ждать. И мы вас очень любим. Спасибо вам, ребята, за этот праздник. Дорогие дети, Юлечка, Николай, уважаемые гости, у нас сегодня прекрасный день. Сегодня создалась новая, красивая семья. Это называется день рождения семьи. Сегодня такой прекрасный день, солнечный. Я хотел бы, чтобы весь жизненный путь ваш был солнечным. Число 10 – это, знаете, как говорят, попали в десятку. Я думаю, что вы вдвоем попали в десятку. Хочу пожелать вам счастья, любви. Хочу попросить о том, чтобы, если возможность такая, старайтесь не только сглаживать, но острые углы обходить. Идите вместе одной дорогой, крепко взявшись за руки. Если появляются какие-то шероховатости, не ищите рецепт на стороне. Вы вдвоем сгладите все неровности. Хочу поблагодарить всех присутствующих, которые пришли поздравить и поддержать наших детей в такой прекрасный день. Храни Господь вас. Будьте счастливы, Горько.
сыночек милый мой. Рядом с тобой прекрасная девушка Юлия, с которой ты, держась за руки, продолжишь свой путь по жизни. Путь прекрасного, удивительного и волшебного мира под названием «Семья». Так пусть же веселые ноты в свадебной песне. Вы всегда, навсегда теперь будете вместе. Вам желаю до старости верность хранить, жить, мечтать, обожать и сердечно любить. Я как мама желаю вам только блаженства. В отношениях можно достичь совершенства. Уступайте друг другу, наберитесь терпения и сумейте во всем заслужить уважение. Присылайте побольше приятных известий, не жалейте для мамы горячих приветствий. Вам сегодня на свадьбе стоит сразу понять, что сыночек здесь зять, а невестка здесь дочь. Пусть во снах и наяву мир на чудо похоже, пусть встретится много добрых прохожих. Будет много зеркал, отражающих радость, чтобы жить долго-долго, кушая лишь сладость. Пусть исполнится все, что сегодня желаю, ко всему остальному добавить лишь горько.